Приветствую вас, дорогие друзья. Код Вениамин. Код Вейн. Игра интересная. Аниме в стиле Dark Souls. Я немножко настроил. Так, немножко по звуку посмотрим. Протестировал, так скажем. И мы с вами начнем эту эпопею, эту новую игру. Интересная. Доброе утро. Эй, ты меня слышишь? Подумай, загляни в свою память и найди там свой образ. Так, вспомнить имя. Хорошо, сейчас мы придумаем. Назовемся вот так. Псевдоним. Псевдоним для сетевой. Ну, я в сетевую игру не играть не буду, я буду чисто так проходить сюжетку. Мне этого будет вполне достаточно. Назовемся как в стиме. Star Platinum. Чего, блин? Ладно, так. Персонаж мужской, женский. Да? Давайте мужской. Почему, собственно говоря, и нет? Так, основа внешности. Что у нас тут есть? О, тут довольно-таки, кстати, богатый набор, я так погляжу. Кого тут только нет. Чё хочешь тут есть вообще на самом деле, я так посмотрю. Ну, давайте вот этот стандартный, да. Телосложение, немножко так поширше сделаем его. Кожа нормальная, волосы. Большой набор причесочек. Чем-то напоминают какие-то ММОшки, знаете, там, япониш, продукционыш. Даже не знаю. Вправо, влево. Да, стандартная, нормальная прическа. Вот. Что еще можно найти? Значит, по волосам понятно. Лицо. Да стандартное самое нормальное. Почему? Почему-то всегда стандартное это всегда нормально. Такие блики, настройки. Я не знаю, нахрен это все так много надо. Это для задротов этих внешних видов. Можно откатить назад. Вот так, это покрутилка. О. Так, и вниз. Да, нам посмотреть на тебя. Так, одежда. А банное полотенце, то, что надо, я думаю. Ладно, давайте так, посерьезнее, значит. Мне вот этот больше всего нравится. Прям так, бруталочка, да, бруталочка. Цвет, настройки цвета. А, основная палитра. Ну, давайте красным, может, сделаем. Бордовый. Да, бордовенький. Оставим. А это что за цвет? Ботинки. Да не надо. Ботинки черненькие. Так. Меня вполне устраивает. Защитная маска. Можно еще и защитные маски выбрать. Интересно, а зачем? На маске, золотая маска. Ну вот это прикольное. Тоже ничего. Даже не знаю, если честно. Ну давайте какую-то такую вот. Блин, ну надо что-то под. Не, ну вот чистый противогаз, это хрень какая-то. Давай вот это выберем. Вполне устраивает. Защитный каркас. Давай вот этот голос. Можно прослушать. May trouble avoid us. Вот это.
Хорошо, так, подтвердим, да? На 4 позы еще различные. Ой, ой, какой молодец. Ой, как он умеет еще и попкой подыгрывать. Мимика. Оп, 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 оп. Да, понятно. Так, ракурс. Что такое ракурс? Ракурс мне непонятен. Ладно, что ж, подтверждаем нашего персонажа. Да. Да, вот так ты и выглядишь. Угу. Теперь мы можем наконец-то встретиться. Давай. Встретимся. Красота. И музычка, 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 ребята, музычка. Я что-то сильно заглушил ее. Музыка реально красивая. Вот чем-то напоминает даже Final Fantasy, что ли. Вот она такая вся приятная, спокойная, мне нравится. Амела. Типа Bonfire. Вот мы и встретились. Твой разум чист? Ты переродишься в новом обличии, присоединишься к бессмертным. Слушай внимательно, эти знания пригодятся тебе в твоей новой жизни. В жилах каждого бессмертного течет своя сила, его код крови. Лучший способ узнать о нем – испробовать его на деле. Проверьте свой код крови. Куда-то исчезла. У бессмертных есть особые способности, коды крови. Они меняют характеристики бессмертного. Для просмотра характеристик выберите текущий код в меню. Боец. Это код крови под названием Боец. Идеально подходит для сражений. Каждый талант, который открывает тебе код крови, называется дар. Код крови бойца дает тебе постоянно растущую выносливость. Похоже, у тебя есть дар, который также временно повышает силу твоих атак. Испытай его. Добавьте в экипировку адреналин. Бессмертные могут использовать уникальные приемы, дары. Доступные дары зависят от кода крови. Пассивные дары дают постоянный эффект при ношении. Активные дары для эффекта нужно использовать. Ага. Адреналин. Перезарядка 5 секунд. Расход Ихора 5. Давай. Очень хорошо. Попробуй. Попробуйте использовать адреналин. Shift плюс F1. Что-то не работает. А, я жму 1-2. Так, если это тройка, значит на троечку. Да, так сойдет. Предупреждаю, если дар не подготовить заранее, его эффекты не будут иметь действия. Я забыла кое-что важное. Чтобы активировать дары, тебе потребуется особая кровь. Эту кровь можно взять у бессмертных, которые забыли себя и превратились в потерянных. Ты можешь черпать Ихору потерянных, поражая их своим оружием. Помни. Это все, что тебе нужно знать о дарах воина. Изучай и используй их с умом. Ихоры и дары были сброшены. Ага, Q это таргет. Значит, у нас есть слабая атака. Мощная атака. А если просто нажать правую, не зажимая? Ага. То есть мы можем либо зажать, либо так. Ага-ха. Уклонение. Здорово. Блок. И переключать оружие. Молот. Меч. Понял. Пока что понятно. Ладно. Так, что мы можем еще замутить? Типа атаковать. А если за спину зайти? Можно? Можно. Да, есть эти самые атаки в спину. Отлично.
Обычно у бессмертных только один код крови, но ты отличаешься от других. Твой прежний код крови разбился и исчез. И теперь ты обладаешь безграничными возможностями. У тебя есть уникальная способность, позволяющая менять код крови. Ну же, взгляни в себя. Владелец кода неизвестный, подходит тем, кто помогает союзникам и пользуется дарами защиты. Вы получили новый код крови. Так, заступник. А, тут гораздо хуже характеристики. Ну давай. Не соответствует требованиям, установленным для... Чего? Это код крови называется заступник. Ох, надо же, похоже, это оружие тяжеловато для тебя. Заступники отличаются быстротой и ловкостью, а в бою используют легкое оружие. Попробуй переключиться на штык. На штык. У любого снаряжения есть требования к характеристикам и вес. Превышение лимита веса усложняет уход от атак. Несоответствие требованиям и характеристикам снижает эффективность атак. Вот так вот. Основное вспомогательное оружие. Ага. Типа выбрать штык убийцы. Да, так гораздо лучше, правда? Чтобы выстрелить штыком, нужен и хор. Еще он уходит на дары, так что его вечно не хватает. Тут-то в дело идет твоя кровавая вуаль. Кровавая вуаль позволяет быстро вытягивать и хор из потерянных. А еще она повышает максимальный запас и хора. Если у тебя есть возможность забрать у противника и хор, используй ее. Так, Shift плюс Ctrl, комбо иссушение. Так, вот если Ctrl левая кнопка... А, вот стрельба. На правую кнопку стрельба. Так, это что было сейчас? Ну попади ты в него. Ага. Комбо иссушение. А что значит комбо иссушение? Вот это? А, подожди, выносливость. Давай восстановим выносливость. А, вот так вот, да? Мы зажимаем Shift, Ctrl. И потом вот так делаем. Понял. Не получилось проверить. Это все, что надо знать о коде крови заступника и иссушении. Давай рассмотрим еще один код крови. А теперь загляни внутрь себя. Заклинатель, владелец кода неизвестный. Обладает мощными дарами атаки, которые можно применять издалека. Я думаю, это на целую серию пойдет, это обучение, она такая длинная. Так, можно применять издалека. Этот код крови называется заклинатель. Заклинатель обладает способностью волшебников и сказок. С этим кодом ты можешь использовать дары, позволяющие создавать и запускать снаряды из крови. Так. Ну я вижу, у меня есть на троечку, да? Глоток крови бьет далеко, но не очень сильно. Посмотрим, попробуй использовать другой дар. Ты можешь осваивать дары, касаясь Амелы. Попробуй. Отдохнуть у Амелы. Типа заклинатель. Выберите, да? Это пассивка какая-то. Вот это я так понял. Ревущее пламя. Вы открыли спящие возможности дара. Достигнув мастерства в применении дара, вы получаете возможность его унаследовать. Совсем не сложно, правда? Теперь изучи этот дар и попробуй его использовать. Хорошо. Давай.
О, ревущее пламя, мощный дар, позволяющий тебе карать врагов. Ух ты. Однако он расходует много их хора, так что используй его осторожно и точно выбирай время. И еще эффективность дара зависит от выбранной кровавой вуали. Кровавые вуали по-разному взаимодействуют с разными дарами. Выглядит сложно, но постарайся запомнить. О, понимаю. А вот этот? Блестяще. Тебя огорошила новая информация, но ты схватываешь все на лету. Исчезновение твоего кода крови наделило тебя уникальными и безграничными возможностями. Ты можешь не только менять имеющиеся у тебя коды крови, но и приобретать новые. Чужая сила может стать твоей. Никто, кроме тебя, не обладает таким талантом. А поскольку никто, кроме тебя, этого не умеет, слушай свою кровь. Она твой единственный наставник. А теперь пробудись и спаси мир. L change the world. Появление бессмертных. Бессмертные были созданы путем внедрения подготовленных бор-паразитов в сердца умерших людей. Удерживая деятельность паразитов на заданном уровне, носители сохраняли волю и разум. Воскрешение могло занять до нескольких дней или часов, что там. Но... С возвращением. Здравствуй. Как себя чувствуешь? Ого, у тебя там этот самый... Подушки безопасности. Мне тяжело ходить. Ля. А что это у меня на роже какая-то хрень? Все в порядке. Я тоже ничего не помню. Да это не в порядке. Посмотри. Итак, оля, ты посмотри. Ладно. Допустим, позволяем, понимаем, одобряем. Наш чувак что очень какой-то уставший, замудыханный после такого-то обучения. Ладно, пойдем. Нам на какому-то дереву отправляет. Воздух сухой, да? Дама в белом. Ну не сказал бы, что она вся в белом у него. Пойдем не спеша. И я с тобой. Unreal Engine не перестает удивлять, если честно. Еще совсем немножко. Ну согласен. Все в порядке. Это, я. Слушай, это самое. Родник утолит нашу жажду. Что за родник? Что мы сейчас деревья жрать с тобой? Иду. Все страдают от жажды. Тут есть родник, который утолит твою жажду. Он плачет кровавыми слезами. А ты откуда знаешь? Ты же ничего не помнишь.
по крайней мере, так говорят. Кто говорит? Сюда. Тихо, 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 тихо. Что такое? Все в порядке. Все хорошо. Что-то похеровило нашему главному герою. Ты что задумала? Зубы свои кусается, мразь. Можно зубики держать при себе? Ля, ты посмотри. Магическое древо. Волшебное. Не поверишь. Что такое? Какие-то ягоды растут. Что, вкусное? Дай попробовать. Значит, и правда. Что? Что я, что правда. А красивые, кленовые такие. Это гранатовый сок. Вот, это тебе. Как его есть. Ладно. Машина. Типа это в наше время происходит все. Может, чуть-чуть вперед. В недалеком будущем. Новый родник и свежая рабочая сила. Вот уж повезло, так повезло. Подъем. Пора позабавиться. Любители забавы. Да, походу с ней долго там забавились. Вставай, мы идем за кровавыми слезами. Скорее, собирайся. Ты не спишь, значит? Тихо, не шуми. Твоя подруга только заснула. Утонченный, бессмертный. Здорово, мужики. Че говоришь? А что случилось с масками? Какими масками? И про них не помнишь, да? Я все расскажу, но сначала иди вон туда и возьми маску. Окей. Нам не найти кровавые слезы. Амила вся высохла, а миазмы становятся все плотнее. Дурацкий приказ, здесь искать кровавые слезы. Кровавые слезы. И ты тоже пытаешься меня убить, лишь бы посмеяться? Только сердце мое побереги. Перестань же. Тело мое, конечно, живо, но душа умерла давным-давно. Сложно оставаться в своем уме, если ты умираешь столько раз подряд. Тихо, тихо, тихо. Не отнимай мои воспоминания. Моя семья. У меня больше ничего нет, кроме них. Ладно. Прогулки? Так говорят люди там, наверху. Они-то живут с жизнью, но им нужно платить дань, и поэтому мы рискуем жизнью, собирая кровавые слезы. Но погодите, наступит день, и я их всех превращу в рабов. Ну, тогда чем ты отличаешься от них? Это типа у него слеза. И он ее посасывает. Короче, как сок какой-то, да? Привет. А видимость все не улучшается, да? Мы вернулись домой с войны, с королевой, а тут этот туман. Если подойти слишком близко, сойдешь с ума от боли, так что за него никто не заходил. У нас нет дома даже за пределами этой тюрьмы. Понял. Туман, вот про этот туман, что ли? Туман похож на обман. От наша мадемуазела. Пусть спит. Она устала следить за тобой. Ну что ж, хорошо. Мы с вами продолжим в следующий раз. Уже будет получаться как полноценное компанейское прохождение. Бо это было
довольно-таки затянутое обучение. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Это был, так скажем, нулевой эпизод. Мы начнем с этого самого места в следующий раз. До новых встреч. Пока-пока.